Работы по перепрофилированию Красковской больницы проходят безостановочно. Все силы направлены на то, чтобы 15 мая лечебное заведение уже оказывало помощь первым пациентам. Наша съемочная группа в очередной раз посетила строительную площадку и увидела, как преобразовывается больница. Если врачи зайдут и увидят, что произошло за эти, там, пусть не будет, 10 дней, то они больницу не узнают, потому что она абсолютно готова к работе как инфекционная больница. Завершить ремонт 9 мая, приступить к лечению больных 15-го. Пока в Красковской больнице можно увидеть только строителей. Для того, чтобы уложиться в сроки, они трудятся в две удлиненные смены по 500-600 человек в каждой. Через считанные дни этот объект вновь станет местом работы медиков. Здесь привлечены подрядчики, которые уже имеют опыт переобустройства подобных больниц. У меня нет сомнений, потому что все делается достаточно, я оцениваю, быстро, интенсивно и качественно. На данный момент помещение больницы готовится к покраске. Рабочие завершают укладку плитки и приступают к установке сантехники. Электромонтажные работы также на заключительном этапе. Также идет работа по оборудованию медгазами и слаботочными системами. Ну, как видите, пришли двери, окна, тоже все сегодня устанавливается. То есть мы к завтрашнему дню должны уйти в абсолютно чистовую отделку, когда уже будут помещения готовы под сдачу. После глобальной перестановки здесь будут двухместные палаты. На каждый бокс отдельный санузел, а также система вентиляции и обеззараживания помещения. Всего в арсенале больницы более 360 коек с кислородом, оборудованных по стандарту COVID-19, 100 реанимационных мест с аппаратами ИВЛ и кабинет компьютерной томографии. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.